В минувшую субботу в универсальном спортивном комплексе Подмосковья прошло первенство городского округа Щелково по баскетболу среди школьных сборных команд. Ежегодный осенний марафон проводят тренеры из Щелковской детско-юношеской спортивной школы. На этот раз за победу боролись 6 команд. Мы хотим дать ребятам проявить себя, показать то, чему они научились. Кто-то за несколько месяцев, кто-то за несколько лет. Потому что ребята выступают не только за наш Щелковский городской округ, но они же представляют нашу честь и на московских областных соревнованиях. Вот на данный момент президентские игры были в Московской области. Гимназия 6 в своем многоборье по разным видам спорта заняла по Московской области 3-е место. На первую игру первенства городского округа по баскетболу вышли давние соперники. Ребята 2007 года рождения из гимназии номер 6 и из школы номер 11 имени Титова. Играли 2 периода по 8 минут. Юные баскетболисты из гимназии сразу повели в счете. После первой 8-минутки на табло 15-7 в их пользу. На поле шла упорная борьба за каждое очко, но ребята из гимназии были в своих атаках точнее и результативнее. Вторая половина закончилась со счетом еще более внушительным – 23-9. Все цели были достигнуты, все, что хотели сделать, мы сделали. Крепко стояли в обороне, закрыли центр, все, что нужно было, сделали. Была хорошая реализация бросков. Это нам очень помогло. Гимназия вообще 6-я славится своими спортивными достижениями. Я не хочу умалять достижения других, но, в общем-то, богатая спортивная история нашей гимназии, поэтому мы стараемся поддержать марку. Юные спортсмены из 6-й гимназии и на этот раз порадовали своего тренера. Им удалось на первенстве городского округа по баскетболу занять 2-е место. А победили юноши из школы номер 13 имени Джанибекова. Третьими стали монинские ребята из школы номер 24 имени Красовского. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.